Ребята, кто хочет больше видео о заработке без вложений, напишите сразу же в комментариях число 3. Будет много троечек, будет в скором времени новый видосик. Также не забываем ставить пальцы вверх. Ну что ж, всем привет, вы находитесь на канале «Как заработать в интернете», и сегодня я расскажу об одном из самых легких способов заработка в интернете. Поехали! Речь пойдет о сервисе под названием WellClicks. Здесь может зарабатывать абсолютно любой человек без каких-либо навыков. Смотрите, ребята, что вам нужно сделать. Перейти по ссылочке в описании, нажимаем кнопочку «Регистрация». Здесь вводим ваш email, логин и пароль. Вводим капчу, регистрируемся и далее переходим в личный кабинет. Сегодня будет коротко и по факту. Ребята, за простую регистрацию вам на баланс для вывода сразу же начисляется 50 копеек. Минимальная сумма для вывода здесь составляет 1 рубль. Деньги приходят автоматически на ваш Payeer кошелек. У кого еще нет Payeer, в описании под видео будет ссылочка на видеообзор, как его зарегистрировать. Теперь, как же мы здесь зарабатываем деньги? Нажимаем «Просмотр объявлений». Нам предоставляется ряд ссылок, на которые мы переходим, смотрим их секунд 10-15, и нам за это платят денежки. Все элементарно просто. Сколько же нам платят? Смотрим. 3,5 копейки, 4,5, 3,5. Сайтов достаточно много. Как раз таки тут вы сможете заработать свои первые деньги. И буквально спустя несколько минут вы их сможете вывести на свой кошелек. И теперь смотрим, как нам получить эти денежки. Нажимаем на вот этот глазок. Идет переадресация на сайт. У нас слева внизу идет таймер 15 секунд. Потом высвечивается капча. Нам нужно ввести количество звездочек, которые мы видим. И нам за это зачисляется денежка. Сейчас мы видим, что белый экран, сайт просто не прогрузился. Количество звездочек 4 штучки. Нажимаем «Перейти на сайт». И таким образом нам зачисляются денежки на счет. Второй вид заработка – это просмотр баннеров. В принципе, то же самое. И платят также достаточно хорошо. Нам снова-таки нужно нажать на вот этот квадратик. Идет переадресация на сайт. Снова идет отсчет таймера. 15 секунд. И денежки нам капают на счет. Также, ребята, здесь есть уникальная возможность на данный момент, пока сайт только развивается, набирает обороты, за каждого приглашенного вами реферала на баланс для вывода начисляется 50 копеек. И на данный момент, я думаю, это будет основной источник заработка, потому что вы приглашаете 10 человек, и у вас уже на балансе 5 рублей, просто за то, что они зарегистрировались. Здесь мы вводим количество звездочек, нажимаем «Перейти». Так, я почему-то ввел не то количество звездочек, но в принципе ничего страшного. Открываем новый сайт, и снова идет таймер, и снова доход. Так что, ребята, смотрим, какие есть источники заработка. Это просмотр обычных сайтов, да, за это мы получаем немного денег, но в принципе вы практически ничего не делаете. Вот, 15 секунд быстро проходит, считаем вроде 4 звездочки, нажимаем «Перейти», и да, денежки нам зачислены в личный кабинет. Я считаю, что пока есть акция 50 копеек за каждого реферала, нужно приглашать людей, набирать команду. Приглашать достаточно просто, написал ВКонтакте, вот зарегистрируйся, либо же в другой социальной сети, также вы можете записать видеоролик. К вам пойдут люди, и соответственно вы таким образом заработаете деньги. Также смотрите, интересный момент, за каждый переход по вашей реферальной ссылочке платится 5000 рубля, значит 10 человек это 5 копеек. И кроме всего этого, здесь есть реферальная программа, она трехуровневая и достаточно солидная. Теперь, ребята, я быстренько проклацаю рекламу на данном сайте и проверим, платит ли он нам деньги. Так, ребята, я просмотрел 15 объявлений, и у меня уже на балансе для вывода есть 1 рубль. Также есть рекламный баланс, я пополнил на 1000 рублей. Здесь можно как и зарабатывать, так и продвигать свои ссылки, свои проекты. Можете привлекать рефералов абсолютно на различные свои ресурсы. Но об этом я, скорее всего, поговорю в другом видео. Итак, переходим к выводу денег, нажимаем «Вывести». Для получения формы вывода нужно нажать на баннер. Хорошо, перешли. Возвращаемся назад, 1 рубль, выбираем Payeer, нажимаем «Вывести». Пишет, что денежки выплачены, также поддержите нас отзывом в группе ВКонтакте, все это хорошо. Переходим на Payeer, обновляем страничку. 99 копеек есть, 1 копейку сожрал Payeer за комиссию, но ничего страшного. Видим, что выплата с букса WellClicks. Это означает, что данный проект платит. Ну что ж, ребята, данное видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам было полезным. Если да, ставьте обязательно пальцы вверх. Хотите новые выпуски о заработке без вложений, пишите троечки в комментариях. Я посмотрю на вашу активность. Будет много желающих, сделаю новое видео.
И также, кто хочет узнать, в каких проектах я еще зарабатываю, в описании будет ссылочка на мой онлайн-документ под названием «Инвестиционный портфель Arthur Knows». И здесь находятся все проекты, как и с вложениями, так и без. Так что, если интересно, переходите, зарабатывайте. На сегодня все. Желаю вам хорошего настроения, больших заработков и до скорых встреч в новых видео.